Сыграем? Давай. Приятного тебе аппетита. Спасибо. Привет, привет. Виктория, спасибо большое, спасибо. А что у тебя И не... что с 500 человек ходишь туда-сюда? Я? Почему хожу с 500 человеком и туда-сюда? Да мне по кайфу. Сказку рассказываешь? Ну, сказки рассказывают, да, небылицы. Все сидят, Что с слушают. нашими... Подожди. Что с нашими этим дебилами? Что, жениться собирались, нет? Какими дебилами? Ну вот твой будущий муж, Думбель, вот это, есть же дуб? Дуб? Я не знаю дуб. Кто такой дуб? Ты любишь, да, его? Черножопу? Ну, люблю, да. Любишь? Да. А что не встречаетесь? Ну, встречаемся по видеосвязи. Через WhatsApp, что ли? Через Ёбаные WhatsApp. уроды, блядь. Озабоченные суки, блядь. Кто мы? А кто еще? Я, что ли? Через WhatsApp, что делаете? Через WhatsApp письки друг другу показываем. Вот это называется озабоченный. Ну что? А что еще через WhatsApp делать? Это ты с Ардаром вместе. Я откуда знаю остальных? Ну ладно. Ну что, сыграете свадьбу, нет? Ну сыграем, конечно. Мы же уже в ТикТоке. Ты откуда ты вообще? Слушай, ты откуда ты вообще? Из Беларуси. А? Беларусь. Где ты живешь? Минск. Ну я понял, где ты живешь? Минск. Минск? Да. А что, это имеет значение? Нет, нет, я просто, я не взялся, чтобы до конца доводить. А у тебя вообще жена есть? Четверо детей тоже есть. Да? И сам с да. какой страны? Что? Какой ты страны? Узбекистан, Ташкент. А жена какая? Узбечка тоже? Да. Да. Я понял. Да. А что ты Сардора называешь черножопом? А кто он еще? Ну не знаю, ну, ты сам про себя так говоришь тогда, да? А ты кто он вообще? Ну человек. Давай начнем с этого. Какой человек нахуй, блядь? Ёбаный в рот, блядь. Циркач один, ёбаный в рот, блядь. Маскарад. Какой средний этот? Не человек? Ну человек, циркач просто, маскарад один. Клоун же, блядь. О, ты ему завидуешь или как? Нет, мне я хуй положил на него. Ты что несешь, блядь? У него, блядь, 30 лет, семья нет у него. Как я завидовать буду ему? Ты ебанутый, что ли, вообще? Совсем страх потеряла? Ему ж не 30 лет, ему ж сколько, 25? Слушай, пока они... А сколько ему? Ну, не знаю, сколько ему лет? Даже ты не знаешь, кому ты замуж выходишь. 26 мне пишут. А ты сама не интересовался вообще? Ну, он мне говорил 23, по-моему. Ну, тебя обманывает тот. Обманывает. Вообще-то, у вас однокровники, да вы, да? С ним этот. Одна и то же, два дрова. Однокровники в каком плане? Ну, ничего не отличаете. Ничем не отличаете. А чем мы должны отличаться? Ну, просто этот, рыженький, а он черненький. А, я рыженькая, он черненький, а ты дальтоник, получается. Ну, а так совсем этот, если на весы положить одну сторону себе, вторую сторону его, ну, ровно выходит вот так. Ровно вот так. Ну, короче, дети красивые будут. Какие у вас дети не будут, пидорасы, ёбаные вроде, блядь. Маскарады рождаются у вас. Ты что, какие дети? Насчет какого дети говоришь? Если
детей. Чтобы тебе рождаться, как я надо тебе, чтобы тебя отжахнул посильнее. А он то тебе, он с тобой батл играет, все, пиздец, короче. Я понял. Ну ладно, блатной. Спасибо. Куда стоям? Стоямба, куда тебе? Я еще не опустил тебе. А, куда тебе? Ну, команды нету, какой ты будешь опускать меня? Стоямба! Начинай играть. Так, у тебя же нету команды. Какое ты меня опустить? Да будет, подожди, мы же на желание не играем. Просто они... А ты на желание? Угораются просто. Играю, да. Ну, играю давай, иногда. Поиграем. Виктория, спасибо большое. Смотри, как у меня хорошо... Ага, мы возьмем на желание. А? Подожди, ты этот... Подписки принимай. Я приняла подписку. Зора, спасибо. Адамла. Онимыз мы? Кем бар берді? Донатор ба мы донатор? Лайк поделись, лайк поделись. Ёбани в ротла, блядь. Пидарас, блядь. Блатной, золотой помочь, да? Вопрос тебе. Блатной вопрос. Ты делал Елайсан своей жене? Что? Елайсан своей жене делал? Ты дура, что ли? Ты оттуда кто-то пишет негативщики, это не считай, хорошо? Это первый и последний раз я тебе предупреждаю. Ты хуесос, блядь, сука, ебаная, ты зарабатываешь деньги. Ты чем-то, блядь, не оскорбляй меня, пидораска ебаная. Белорусская, я? Сука, блядь. Я? А кто ты вообще нахуй по жизни? Ёб твоя мать, блядь, дрянь ебаная, блядь, дрявый, сука, блядь. Блатно, я... Ты охуевший там, блядь, вопросы... Вопросы правильно задавай, пидораска, блядь. Это ты Джала? Своим парнем будешь говорить, пидораска, блядь. Ты Джала. Я твою рожу ебал, сука, блядь. Гнилоя, блядь. Какой ты Джалаб. Я тебе не сардар, ой. Так ты не ответил вопрос, ты Елайсан делал? Я сейчас в рот там тебе, прямо через телефон. Не кусайся только, понял, да? Ну скажи, да, делал? Что ты в этом стыдно? Ты хорош, ты хочешь зарабатывать деньги? Или там, блядь, как... При чем тут деньги? Че ты тут это, перекидываешь тему? А че, хули ты тогда сидишь? Я твоя мать, блядь, зачем ты сидишь тогда? Ярис, привет. Дура! Ну, я просто вышла к тебе, чтобы задать тебе вопрос. Ты не отвечаешь. Ты делал Елайсан своей жене? Да пошла ты нахуй, блядь, сука ебаная, блядь.